Большое масляное пятно обнаружили несколько часов назад на реке Обь, в полукилометре от плотины. Причины происхождения его еще предстоит установить, а потенциальную экологическую опасность оценить. Пробы воды уже взяли. С места событий Сергей Толмачев. Огурцово – одно из любимых мест для новосибирских рыбаков. Вон там в полукилометре хорошо видна плотина, но битая рыба проходит ближе к правому берегу, там течение сильнее. А здесь попадаются отборные язи, щучки и судаки. Но сегодня рыбаков в первую очередь удивил запах с реки, а потом уже и внешний вид. Даже сейчас вечером, вот подсветив воду, мы можем увидеть здесь небольшие разводы масляные. Поэтому пришлось вызывать спасателей. Мы всем звонили, и вам звонили, и на все каналы, и все, никаких проблем. А чего сказали спасатели? Нам спасатели сказали, ну, они взяли воды, одну пробу, и уехали, все. Так что вот такие пироги. Рыба-то клюет? Да нет же, нету, даже рыбы уже перестала клевать, от соляра, от такой. Возможно, химический анализ поможет пролить свет на то, что сегодня разлилось в нижнем бьефе реки Обь. Иногда такие пятна возникают от того, что хозяева катеров просто сбрасывают отработанное топливо, но навигации сейчас на реке почти нет. Поэтому вполне вероятно, что кто-то все-таки что-то слил в гораздо большем объеме. Сергей Толмачев, Дмитрий Антипов, новости ОТС.